Уважаемые зрители, здравствуйте. Вот начинаю снова играть. Клуб Сити, продолжение. Вот сегодня, ну не знаю сколько построится, короче говоря. То есть я хочу полную версию увидеть, как прохожу. На YouTube канале есть. Поэтому как-то вот так. Угу. Вот. Всем привет, привет. Играю, играю. Тут тук-тук. Войдите. Так, вот тут 400 пришло, прибежало. Здрасте, здрасте всем. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. У кого как? Я диспетчер. Забрать. Нормально. Всем привет, привет. Сейчас будем. Спасибо большое, кто смотрит. Из гостей или из персонала никто не попадал. Это что случилось? Да тут недалеко от твоего санатория. Да, крупно что. Лицо изуродовано так, что практически опознать невозможно. Вот играю. Спасибо за лайки, спасибо, спасибо за лайки. Спасибо, спасибо большое. Увидел, что кто-то лайкает. Спасибо большое за лайки. Спасибо, спасибо. Вот. Что-то тут подсказывать надо тут делать. Вот так. Я потихоньку расширяюсь. Ну, как вам сказать, небольшая скорость, потому что все на честность делается. Если хотите увидеть, на YouTube полная версия идет. Сегодня шестая часть будет. Прохождение там до пятой уже дошел. То есть хотите, пожалуйста. Спасибо за лайки, спасибо большое за лайки. Угу, спасибо, спасибо. Спасибо большое за лайки, спасибо. Огромное вам спасибо. Поэтому вот так.
Так, у нас тут больше ничего. Спасибо за лайки. Спасибо, кто ставил лайки, пожалуйста. Так, тут прыгало, тут что у нас? Ну, явно не хочу вот это делать. Так, сколько там не хватает вот это. Так, 10. Сейчас вот эту добьем. А, она делается. Не пусто. Да, здесь есть. Ну что, рекламу посмотрим. Реклама. Ох ты, лихо. А как быстро строят. Вот так. А, вот на древесине две. Добрый вечер.
Мама ваша о вас очень много рассказывала. О подвигах ваших героических. Спасибо за лайки, спасибо. Макс 88, Макс 8, спасибо тебе за лайки. Ну, как смог я прочитать по-английски. То есть я не сильно силен в английском, поэтому... Увы. Спасибо за лайки. Спасибо вам, родные, за лайки. Спасибо. Так, вот так. Спасибо за лайки, спасибо большое. Ну, постепенно, кто лайкает, это отлично. Дело хорошее. Спасибо, спасибо. Максим 88, спасибо за лайки, спасибо. Спасибо большое за лайки, спасибо. Огромное тебе спасибо. Сейчас посмотрю, что тут надо. Ну, как обычно, доска и это S2. Ну, вы поняли, короче. Тут тоже самое. О, нет, тут надо один. Значит, трошку надо. Значит. Спасибо вам за лайки. Кто заходит, спасибо большое. Ничего не случилось. Все взял. Ну, решили, что ты видишь? Я вижу, что из меня дурака делаете. Я по-вашему что, слепой? Я сиди, молчи, понимаешь, надумать. Собрать. Строить развязку, по-видимому, строится. Не знаю, что получится. Потом вижу, вот все постепенно. А, какие-то деньги пришли. $18. Спасибо, кто заходит. Ну, если еще и пролайкать, я вообще буду счастлив. Господи, опять заполняется. Пускай делается. Вы чего, дедом от такси? Не волнуйся, сейчас приедет. Зато воздухом подышим. Ну, да. А сколько там надо? 3, 2, 5. Да, ну можно, в принципе, попробовать. Сейчас попробую. Катер и оборудование я приготовил. С морской охраной постараюсь договориться, там на свои люди. Организую вам окно для выхода. Хорошо. Деньги, документы? Деньги. Остальные деньги получите на той стороне. Ну, на той, так на той. Оружие. Само собой.
Всем привет. Ну, это сериал я смотрю. Вот, отлично. Сейчас приду, продолжим играть. Соберу вот это. Все, собрал, сейчас приду. Спасибо, кто лайки ставил.
с вашей мамой были знакомы совсем недолго. Она была замечательным человеком. Я так понимаю, сердце. Если я что-то могу сделать, вы не стесняйтесь, пожалуйста. Сказала, что, похоже, это сердечный приступ. В общем, прими мои соболезнования. Если хотите, я могу вас домой отвезти. Спасибо, кто находит. Оль, я там оставил водителя с машиной. Ну, если захотите забрать ее вещи, то все. Спасибо, Леша.
Всем привет, привет. Ну, вот играю. Кто смотрит, спасибо. Реклама. Сейчас рекламку посмотрим и все.
А среди вещей Веры Константиновны ничего не пропало? Не знаю, Лёш. Откуда мне знать, что у нее было? К чему ты клонишь? Твою маму, похоже, убили. Понимаешь, это... На ее шее нашли след от укола запрещенным препаратом, который вызывает мгновенный сердечный приступ. Такое используется только в спецслужбах. Леша! Леша, что ты несешь? Объясни мне. Андрюха, объясни мне. При чем тут спецслужбы и моя мама? Кто это сделал, Леша? Я не знаю, Андрюха. Я приложу все усилия, чтобы найти этого человека. Не надо. Я сам его найду. Андрюх, слушай, иди за ним, он сейчас натворит что-нибудь. Ну, иди, ради бога. Андрюх, Андрей, постой. Господи, что же это творится, а? Что ты собираешься делать? Я собираюсь найти этого уроля, а? И вот этими самыми руками разорвать его на части, ясно? Ясно, вести не бывает. У тебя есть улики, да? Ты кого-то подозреваешь, где ты собираешься его найти? Андрюха, Андрюха, подожди, ну подожди, ну подожди же ты, ну постой! Вы вещи Веры Константиновны из дома разобрали? Да, Ольги дома. Значит так, ты сейчас едешь к Ольге, осматриваешь все вещи. Важна каждая деталь. И что? Я в санатории. Посмотрю номер. Поговорю с Резваном. Может, он что-то странное увидел в поведении отдыхающих. Андрюх, даже если нет шансов, всегда есть шанс. Считать, что у нее могло что-то пропасть. Но откуда мне знать, что у нее с собой было? Телефон! Телефон! Телефон Веры Константиновны. Тише, тише. Ничего не понимаю. Она мне звонила несколько раз. Всем всем привет, привет, спасибо, кто заходит. Она тебя видела?
Реклама. Сейчас будет реклама. Да нет, никаких проблем, все это дело. Марин, давай больше пирожков не надо. Как вся база смеется. Сереж, прости меня. Если у вас со Светкой что-то и было, я не обижаюсь. Все, что я хотела сказать. Ладно, пока. Марин, подожди. Ты меня прости, ладно? Все, пока. Хорошо. Реклама сейчас пройдет. Ничего интересного. Ладно. Подожди. Держи. А почему дверь расковырена? Это когда Веру Константиновну нашли, дверь была не открыта, там ключ был сломан. Так. Может, сама сломала. У нас часто это случается. А она говорила об этом кому-нибудь? Ну, на ресепшене. Ну, чтобы помогли дверь открыть. Не знаю, сейчас прошу. Ань, скажи, пожалуйста, вчера по 6-му номеру была заявочка о сломанном замке? Ага. И? Лёшка, Вера Константиновна вчера заходила на ресепшн, её отправили к Заваскам. А кто это? Ну, это наше всё, сантехник, плотник, электрик, он всем занимается. А где он сейчас? Сейчас я. Ань, за вас где? Да. Ага. Отправка у нас идет. Спасибо. Слушай, он сегодня не вышел на работу. Звонили на телефон, сказали, что да, ты доступен. А где его мастерская? Тут рядом. Покажешь? Конечно. Пойдем. Михаил пришел. Привет, котик. Как дела у вас? Сейчас продолжим играть.
сюда. Миша. Миша. На. Иди, на. Вот. Миша. Иди, вот. На, иди. Ну а ты конь. Тут нету шанса. На. Багажник на крыше. Ладно, извини. Внимание, я тебя поставлю. Говорит, что копал. Задержать бежевые «Жигули» 2106. Багажник на крыше. Водитель вооружен. Все, понял. Мура.
Жуча, да, жуча, ты тут ребеночка, жуча. Ну, вас чуть-чуть пожурить хотя бы. Ну, вы такой плюхенький, хорошо, и хорошо говорить. Ну, ведь мальчишечки, кто плюхенький. Вот. Но расшифровка займет неделя, три месяца, а это времени у нас нет. Разрешите, товарищ. Ой, какой сильный хороший. Да, конечно. Есть ели. Ну, что, не виделись. Ну, есть ели. Ну, съели я, да? Я съели. Ой, съели. Ты меня съели. Мне кажется, что преступник действовал не здесь. А, съели. Почему вы так решили? До экспертизы никто не знал, что это было убийство. Ну, ей было достаточно времени, чтобы убийца скрылся и замел следы. А тетрадь бы он обязательно забрал. Вы верно думаете. Завадский, может быть, и убийца. Но главная рыба где-то в другом месте. Значит так, чтобы с сегодняшнего дня никакой самодеятельности. А то развели мне здесь войнушку. Мстители. Да мы хоть что-то делаем. А вы здесь сидите у себя, в кабинетах. И считаете, что... Андрей. Похороны Дреймана придется немного отложить. Медэксперту необходимо время, чтобы подтвердить и опровергнуть версию убийства. Даю тебе недельный отпуск по семейным обстоятельствам. Зайди в отдел кадров. Какой отпуск? Товарищ капитан Дреймана. Мне не нужен никакой отпуск. Убийца моей матери где-то рядом ходит, а я буду дома сидеть отдыхать, да? Я должен его поймать, пока он границу не пересек. Добро. Завтра заступай на дежурство. Завтра с утра я поеду в Михайловку. Там у Завадского. Братца, ведь твое начальство не позаб... Заброшенный рыбсовхоз. Надо подойти к нему поближе. Подойдем. Оленька, что это ты делаешь? Близких Вера Константиновна. Переписываю номера, телефоны. Давай я тебе помогу. Я буду диктовать. Ой, на что это я нажала? Мам, давай. Андрюшенька. Что? Андрюшенька, ты еще только что чуть не убил человека. Я ему помешала. Он бежит домой. Андрея записала на диктофон. Неужели я поберешь? Так. Надо срочно позвонить Андрею. Жек, привет. Привет, па. Ну, я там понаходил дома. Это как его здание смогло. Старая эта железная дорога, ты находишь там сама всего. Да. Там даже шлюмы приходят. Как бы все железно, все позитивно поселиться. Там дальше было.
8 миллионов. Но там не 100 квадратов, а 120. 120. Просто съездим, посмотрим. Обычно, ну, нормально, ну, там, где...
по 40 тысяч за квадрат, и то по 30 с чем-то. Если везде средняя цена, полтинник за квадрат. А вот тут дом на Лазовского 11, я не пойму, это совладельческий он дом, а с кем там? У них там 120 квадрат, больше 100. Его надо... Ну, такого вот нам смотрела, но тут же практически не надо его свидеть. Свидеть надо посмотреть. Ну, и ничего не стоит. А его то, что мы... Да. А потом там проехаться нужно. Вот это здесь строит, да, то продает. Ну, видишь, я сейчас начну кататься. По всем, да. Сейчас потеплеть можно, да, но торопиться не будем. Да, мне один там понравился, прям под нашей территорией. 80-50 квадрат. Его за 7,5. Я позвонил, но это одна. Да, то есть типа в другом месте. То есть не здесь. А Ростовское шоссе, вот эти все, где новые участки. Это сильно дает. Это примерно, если тебе объяснить, то красная площадь. Да, да, да. Да, да, да. Примерно. Мама сказала, мне без разницы, ты иди, но тот дом нормальный был. И что бы я потом был дом, но я там... показывают видео в улице, поскольку вы проявили, что когда такие видео ходили. Я видел, я сфоткал с ним просто, да, и я сам видел. Потом, улица Беловоронежская, да, как это, туда в курсе, там же. Начали тогда, а я там вспомнил, я же там ездил, и в декабре мы все раскладывали там, а там должно быть. Хотя там Кубань, она высота около 8 метров до этого, 7-10, до Руса. Еще. Нет, она как Воронежская улица, это еще низ. Если на самом вот эту на улице Воронежской, то еще куда бы не шло, то можно там. А то почти внизу, но вот я до Руса спускался туда, когда я там делал там данные и там Воронежка тоже примерно. Но там не удобно, там, да, есть там дорога, но там дом на дым. Там и улицы, не сильно широкие. Ну, а там на свадьбе не там. Она там не хочет, там потому что во-первых будет. А знаете, что проблема? Первое то, что зимой здесь вот так на карте будет. Там никто не запихает. Вот, то есть тебе выехать где-то будет. И выйти туда проблематично. Да, да, надо на глубоко проехать. Потом там, а летом там ничем не должно. На комарье там будет выйти там. Это вообще кошмар надо будет делать. Ну, представьте, как все сколько надо будет. Вот, комарок. Ну, а на это тут ваша, это там 3 раза больше. То есть как каждый вечер туда кушать будет. Нет, посидеть можно, но только с этой будешь шипатом сидеть. А есть, конечно, там в Кубани, вот там просто. Но я там тоже осматриваю. Там прям отдельно. Там туда дорога, на домов, ну, туда-то парк. Все,
который дом надо будет потом посмотреть его, а план закончится в 2019. Это было 6 лет. Но видишь, там в чем разница. Есть такой же дом, только уже с обоими. А то, что это такое. То есть надо открыть дом. А там уже полностью освещение, видишь, не знаешь, то есть для этого все. Здесь я не стал наше казачество смотреть. Вот тут на Белорусскую, потому что я уже вспомнил, что здесь контакты не было. Потому что когда русло поднимают, они не спускают, просто крепко. Там я ходил, я тоже вспомнил, что не так мне долго. Это не только посредство. Я просто в гидростуле не хочу возвращаться. А это сила на мура, я не знаю. Это так? Ну, цель такая, что прям по наверху. Или, да, или на немецкий берег. Знаешь почему? На немецкий берег. Они говорят, там все ухожено, магазины тебе, садики, школы, все дальше. И туда ходят маршруты, что здесь. То есть там конкретно можно уйти, ходить, и там удобно по центру добраться, все почти маршрутки туда летают. И там будет на немецкой деревне через 5 лет, 20 наших дедов, которые уже там обещают, нормальные пути там, тут вокруг города. То есть они сказали, что это. Может, ты знаешь, что это. Если не выполнены, там как бы выступление на руле. Ну, важно, что туда машина приезжает. Равнали, по-моему, там не надо. Но там есть, если они не собрут, там большое. Они будут вокруг среди западного входа. Мама говорит, я в деревне не хочу. Сам завтра заеду, я буду раскидывать уже. Я заеду к нему посмотреть уже сам. А там видишь, у них карасона там. Выход по карасону. А так надо смотреть все аккуратненько. Пока не за всех мне понравился, пока не знаю, где добавил Азовского. Может быть, еще может проехаться на Лазманинске, вот такие. А потом я вот неделю буду уже работать. А буду потихоньку ездить. Если не понравится, то я четверг, как бы, где там. Да, пример. Тут с Азовским, в Азовском тоже, чтобы родители посмотрели. Раз, свет, вода, что-то.
Ну да, это так второстепенно будет. Но вот этот сегодня, если меня не подведет, как он обещал, 15 тысяч.
еще надо продолжать, это мы сюда на два входа не найдем. Если на два входа не найдем, можно двухэтажный, ну второй этаж. Так будет нормально. Всем привет, привет. А нас с берега не видно? Нет. Ну так, если только присмотреться. Сейчас только корабли в море. Примут за простой прогулочный корабль. Фамилия резидента Гриша. Что? Гриша, это ваш резидент и убийца моей мастер. Они с мамой на одном рейсе приехали в санаторий. Скорее всего, она стала свидетелем нападения Гришина на Завадском. За это ее у меня. Откуда информация? Он сказал, что в этом рапсовхозе часто бывал в Завадске. Вполне вероятно, что именно отсюда Гришин должен был уйти за границу. Ну что думаешь, майор? Принимай решение, время уходит. Андрюха? Да. Я его вижу. Это действительно Гриша. Понял тебя. Давай. Держись только от него подальше, вон, сам не лезь. Мы скоро будем. Ну что, все в сборе? Парни, в общем, план несложный. Рафаэль идет с той стороны, мы находимся с этой. Врача, вы помнишь?
Конечно. Собственными глазами видел, как он во двор вошел. Тут больше идти некуда, если только...